Сегодня я хотела бы вам рассказать про новую модель комбинезона зимнего. Значит, у него появились нововведения, поэтому я хотела бы подробно о них рассказать. Значит, зимний комбинезон у нас трехслойный. Состоит из верхнего слоя плащевой ткани с мембранной пропиткой, внутреннего синтепона и флиса. Третий слой – это флис. Значит, что у него есть? У него есть меховой воротник и два типа утяжек – на горловине и на мордочке. Утяжки с специальными фиксаторами, чтобы удобно было утягивать и вытягивать. Далее. Обязательно тракторная молния, которая долго служит и застегивается от головы к хвосту. Утяжка на талии с двух сторон. Мы видим, можно удобно зафиксировать комбинезон. И новинка, значит, у кобелей имеется дополнительная внутренняя утяжка. Это для того, чтобы, соответственно, кобели попадали туда, куда надо. Значит, дополнительно внутри вы можете утянуть, еще для большего облегания. Есть утяжки сзади, обязательно, тоже на таких стопорках. Утягивайте как надо. И дополнительные утяжки на каждой ножке. Значит, штанина сделана прямая. Вы можете оставить либо штанину прямой, либо вы можете утянуть настолько, насколько вам необходимо. В обязательном порядке оставлены светоотражающие полоски с двух сторон. Вот так выглядит теперь наша новая, последняя модель зимнего комбинезона.